Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о том, как эффективно ухаживать за зубами у детей. Рассмотрим вариант с звуковой щеткой и с электрической. Посмотрим, как правильно ими пользоваться, чтобы они были эффективны. Поговорим, как сделать выбор. Самый эффективный способ хорошо очистить зубы – это использовать электрическую или звуковую щетку, потому что необходимое количество движений они делают за очень короткое время. Мануальной щеткой нужно очищать каждый зуб 10-12 раз минимум, чтобы это было эффективно. Но финально определить количество движений можно под контролем индикатор налета, то есть мы окрашиваем зубы, чистим их и смотрим, сколько движений нам надо совершить, чтобы окрашенный налет был полностью удален. Электрическая щетка совершает это количество движений за доли секунды, то есть нам намного проще осуществлять уход, и учитывая, что дети не с большим фанатизмом относятся к чистке зубов, большинство детей, наша обязанность, наша это стоматологов и взрослых, создать для детей такие условия, чтобы они эту процедуру выполняли. Поэтому электрическая щетка поможет нам поддерживать у детей более качественный уход за зубами. Самая эффективная и простая модель – это Oral-B Brown. Она на аккумуляторах, то есть вам не нужно менять батарейки, не может быть такого случая, что вдруг батарейка села и вам нечем ее заменить, и поэтому чистка зубов откладывается. Для качественной эффективной чистки мы должны поставить головку щетки на зуб, так чтобы она обняла его со всех сторон. Включаем щетку, считаем примерно 2-3 секунды. И в это время можно чуть-чуть покачать щетку вперед-назад, чтобы она обняла зуб. Потом ставим на следующий зуб, 2-3 секунды задерживаемся на следующем зубе. Следующий. Итак, по очереди идем сначала со стороны щеки, потом со стороны языка. Это как правильно делать. Очень часто, если пациенты сами учатся ухаживать за зубами, они просто двигают щеткой вперед-назад. Такая техника абсолютно неэффективна, потому что при движении вперед-назад у вас щетка касается самой выступающей части зуба, она не может остановиться на той зоне, где скапливается больше всего налета, и зубы остаются неочищенными. Поэтому обратите внимание, важно останавливаться на каждом зубе отдельно. Именно тогда чистка будет эффективна и налет будет удален. Звуковая щетка, плюсы ее в том, что здесь есть приложение с вот таким фиолетовым забавным существом. Она регламентирует время чистки, и когда ребенок выполняет гигиену, то время, которое требует приложение, он получает бонусы, и у ребенка включается элемент игры, который поддерживает мотивацию к уходу за зубами. Это щетка для детей от 3 лет, так же как Браун, о которой мы говорили. Техника чистки здесь немного иная. Поставить щетку к зубу и совершать небольшие выметающие движения, чтобы щетка хорошо захватывала те участки зубов, где налета скапливается больше всего. Минус этой щетки в том, что при работе щетинок она немножко сильнее вибрирует, чем у Oral-B Brown. И некоторым детям это может быть очень неприятно. То есть, если у вас очень чувствительный ребенок, и вы знаете, что он очень осторожный к каким-то звукам резким, каким-то неприятным ощущениям прикосновения, то лучше этой щетки избегать. Хотя есть вероятность, что он у вас и Oral-B не захочет. И тогда вам придется сделать выбор в пользу мануальной щетки. Но эти обе щетки справляются с уходом за зубами великолепно. И самое главное при выборе – это выбор ребенка. То есть если ребенку хорошо чистить такой щеткой, он позволяет вам это делать, он согласен на то, чтобы вы ее использовали, значит, вы берете ее. Если ребенок готов чистить такой щеткой, то вы можете брать ее. Может получиться так, что какая-то ему не подойдет. Не нужно настаивать, очень важно, чтобы ребенку было комфортно, и он шел с удовольствием чистить зубы.